Добрый вечер. 82-й урок по книге «Шмот» мы начинаем сейчас. И на этом уроке мы возвращаемся к самому началу недельного раздела «Ваякхель» и «Собрал». Это 35-я глава сначала «И собрал Муше всю общину сынов Израиля». И сказал: «Вот вещи, которые повелел Бог сделать. 6 дней – пусть будет делаться работа, а в 7-й день будет для вас святыней. Святыней полного покоя для Бога. Всякий, совершающий работу в этот день, должен быть предан смерти. Не зажигайте огня в субботний день во всех местах своего проживания». И сказал Муше всей общине сынов Израиля так: «Вот что повелел Бог. Соберите у себя приношение Богу, всякий, побуждаемый сердцем, пусть принесет его, вот это приношение, золото, серебро, медь, синюю, багряную, пурпурную шерсть, лен, козью шерсть, красные бараньи кожи, кожи тахаша, дерево шити, масло для освящения, благовоние для масла помазания и для благовонных воскурений, ониксы и вставные камни для эйфода и нагрудника, и всякий мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Бог». А что? Мишкан, то есть святилище, это разборный переносной храм, который нужно было построить, его шатер, его покров, и все. Дальше идет полное-полное перечисление того, что надо было сделать. Так, в самом начале, перед тем, как перейти к самому содержанию этого раздела, а весь этот раздел посвящен именно сооружению мешкана, сооружению переносного храма, сбору средств на него, сбору пожертвований, мастерам, которые будут его делать, передача этого материала мастерам, сооружение всего по частям, сборка, установление, все это и есть содержание всего раздела. Вот перед тем, как перейти к этому содержанию, Моше собрал всех, очевидно, для того, чтобы сказать им, что необходимо собирать пожертвования, но перед тем, как сказать это, дал напоминание о заповеди субботы. 6 дней пусть будет делаться работа, то есть работа по сооружению мешкана, а в 7-й день будет для вас святыня. Святыня покоя для Бога. И как говорит здесь Раши, вот тем, что Тора упредила здесь заповедь субботы, заповеди сооружения мешкана, тем самым Писание сообщает о субботних запретах перед повелением мешкана для того, чтобы сказать этим и подчеркнуть, что строительство мешкана не отменяет запреты субботы. Эти вещи достаточно известны. Проблема только в том, что однажды это уже сказано. Это сказано в предыдущем недельном разделе Торы, Китиса. Прочитай текст, как там сказано. «И сказал Бог Моше: а ты говори сынам Израиля, только субботы мои соблюдайте. Ведь это знак между мною и вами на все ваши поколения, чтобы знали, что я Бог, освящающий вас. Соблюдайте же субботу, ибо она для вас святыня, и тот, кто нарушит ее, должен быть предан смерти». Почти все то же самое, чуть-чуть другими словами, но то же содержание. 6 дней пусть делается работа, на 7-й день субботы покоя, и он свят Богу. Каждый, делающий работу в субботний день, должен быть предан смерти. И пусть сыны Израиля соблюдают субботу, сделав субботу вечным союзом для всех ваших поколений, между мной и сынами Израиля. Она знак навеки, что в 6 дней Бог сотворил небо и землю, а в 7-й день отдыхал. Ну, зачем это повторять? Более того, и там, в предыдущем недельном разделе, в Китиса, заповедь субботы тоже связана и подается в связи с обязанностью строить мешкан. Но порядок разный. В чем различие? Если в нашей главе сначала
идет заповедь субботы, а после этого строительство мешкана, то в предыдущем разделе, в Китиса, сначала строительство мешкана, а потом уже после заповеди соорудить мешкан, после этого сказано, все это должно, вся эта работа должна производиться 6 дней, но 7-й день, суббота, покой, остановка, работы нет. Два вопроса. Почему второй раз повторяется? И почему изменяется порядок? В чем здесь дело? Ответ напрашивается сам собой, хотя в деталях понять его не так просто. Что разделяет эти два недельных раздела? Что произошло между ними? Произошло колоссальной важности события, катастрофическое событие. Это грех Золотого Тельца. Все, что сказано в главе Китиса о субботе и о сооружении храма, это до Золотого Тельца, а наша глава Ваякель – это после Золотого Тельца. Что же изменилось? Есть одно очень интересное объяснение. Объяснений есть несколько, все их приводить мы не будем, но одно, мне кажется, стоит объяснить подробно. Рав Мейр Симха из Двинска в своем комментарии Меше Хохма. Он задает прежде всего следующий вопрос. С точки зрения Аллахи мы знаем. Первый закон – сооружение мешкана, а также сооружение храма в дальнейшем, не отменяет запреты субботы. Как бы ни была важна заповедь сооружения храма, переносного или не переносного, какой бы он ни был, когда его сооружают, в 6 дней, не в субботу. Но в тот момент, когда храм построен, будь то храм стационарный, будь то переносной, служба в нем отменяет запреты субботы. Ведь на самом деле для службы, служба в храме – это принесение жертвоприношений. Для того, чтобы принести жертву, нужно ее зарезать. Это действие, запрещенное в субботу. Затем нужно сжечь, либо целиком сжигается, если это оля, либо только определенные части жертвенного животного сжигаются, если это шламим или хатат. Но для этого нужно развести огонь. Разводить огонь тоже в субботу нельзя. И сжигать на нем части мяса тоже нельзя. Значит, это второй закон. Служба в храме отменяет запреты субботы. Позвольно будет спросить, а в чем разница? Почему сооружение храма не отменяет законы субботы, а служба в храме отменяет? Объяснение Рав Мейр Симха следующее. В храме, благодаря служению, в тот момент, когда есть храм, благодаря службе в нем, в храме есть шхина, то есть присутствие Всевышнего в этом мире. Храм – это было место, в котором можно было ощутить вмешательство Всевышнего в нашу жизнь, его постоянное присутствие и его постоянную опеку, то, что и называется шхина. Суббота. Смысл субботы в ее свидетельстве о том, что Всевышний создал мир. 6 дней он создавал мир, а в 7-й день остановил созидание, и с тех пор мир существует в том виде, в котором он был создан 6 дней. Так суббота, она провозглашает, что Всевышний создал этот мир, из ничего, он создатель, он его творец. Но мир мог быть создан, ведь отношения между созданием и его создателем могут быть самые разные. Например, в нашем человеческом мире человек может создать что-то и потерять с ним всякую связь. Например, вот этот стол. Стол, очевидно, его кто-то сделал.
даже можем назвать профессию человека, который сделал это столяр. Но в тот момент, когда он его сделал, то стол зажил самостоятельной жизнью. Столяр может быть продать его и больше никогда не увидеть. Столяр может заботиться о нем, например, этот стол может стоять у него в мастерской, он время от времени будет снимать с него пыль, протирать его, может быть, даже лаком покрывать время от времени, чтобы он не портился. Это проявление его заботы. Но может быть совсем не так. Он может его продать и не знать вообще с ним, что делалось. Может быть, даже по-другому. Он захотел бы вообще, чтобы этот стол не существовал. Он захотел бы, например, если он решит, что этот стол позорит его как профессионала, что он слишком плохо сделал, он хотел бы его уничтожить. Но если он его продал кому-то, и с тех пор стол находится, стоит в каком-то офисе, то у столяра руки короткие, он ничего не может сделать. Иными словами, а может быть и так, если мы возьмем старый стол, например, стол, который стоит у меня, мой рабочий стол, который стоит у меня дома, он такой старый, что почти, мне совершенно очевидно, что тот, кто столяр, который его создал, он уже пребывает в лучшем мире. Столяр умер, а стол живет. Он не нуждается в своем создателе. А каковы отношения между Творцом мира и миром, который он создал? Может быть, между Творцом и миром подобного рода отношения? То есть Всевышний создал этот мир. В 6 дней он его творил, лепил, изменял, а в 7-й день остановился. И с тех пор этот мир живет сам по себе, начиная с 7-го дня субботы, он живет сам по себе, автономный, существующий. Это не так. Мы говорим в утренней молитве «Амихадеш бихоль йом тамид масе врешит». Всевышний каждый день возобновляет творение, первозданное творение. То есть, на самом деле, сам мир созданный, он сам по себе не существует, у него нет никакого автономного существования. И причина его продолжения существования, в отличие от того, что мы знаем в нашем материальном мире, что присутствует инерция, что многие вещи, если я спрошу, а почему они существуют, почему подобного рода процессы идут, а потому что они раньше уже запущены, вот они идут, по инерции все существует. Мир не существует по инерции, у него нет никакой возможности существовать, если бы не воля Всевышнего. Только его воля осуществлять его, этот мир держать, осуществлять, чтобы он был, существовал и жил, только благодаря ей мир и существует. Вот это вот осуществление мира называется ашгаха. Слово это обычно переводится как контроль, то есть Всевышний контролирует то, что происходит в мире, но на самом деле это не только контроль и не просто контроль, а это контроль, который осуществляет. Понятно, для того, чтобы осуществлять что-то, чтобы оно жило, нужно его контролировать. Даже если я хочу, предположим, если у меня есть грядка с овощами, то для того, чтобы я хочу, чтобы на этой грядке росли овощи, чтобы они жили или плодоносили, поэтому мне надо его контролировать. Если там не хватает воды, я должен включить поливку. Если не хватает удобрения, я должен принести удобрение и так далее, и так далее. Поэтому это называется ашгаха, контроль. Но суть здесь не просто контроль, чтобы знать, что там происходит, а осуществление. Всевышний осуществляет этот мир ежедневно, ежечасно. Так вот, служение в храме, именно принесение жертвоприношений, оно указывает не на Всевышнего как Создателя мира, а на Всевышнего, который управляет этим миром и который осуществляет этот мир ежесекундно, ежеминутно, осуществляет его и управляет им, поддерживает его существование. В этом смысл жертвоприношения. Что такое жертвоприношение? Это не просто, это не кровавый культ принесение жертв для того, чтобы накормить богов, как это может представиться по аналогии с древними язычниками. Ничего похожего здесь нет. В чем здесь смысл? Когда животное лишается той жизни, которую оно вело до сих пор, его животной, вегетативной жизни, подносится, приближается в храме Всевышнему для того, чтобы обрести новую жизнь. Здесь жизнь вся, тем, что мы приносим жизнь в жертву Всевышнего, мы подчеркиваем здесь, что вся жизнь, что все живое, что живет, будь то животное, будь то человек, будь то растение, любой живой организм, все живое живет только потому, что Всевышний дает им возможность жизни, только потому, что он осуществляет
осуществляет все то, что уже что существует. Без него нет никакой возможности существовать. В этом смысл жертвоприношения. Принесение жизни на алтарь Всевышнему. И принося жизнь на алтарь Всевышнему, тем самым хотим приобрести новую жизнь. Жизнь в близости с Богом. Не только знание того, что Всевышний дает нам возможность существовать и осуществляет нас, что без его животворного влияния мы бы не могли существовать, но и, сознавая это, мы хотим приблизиться к нему, жить в контакте с ним через служение. В этом смысл жертвоприношения. Понятно, что это куда более высокая ступень понимания и приближения к Богу. Достаточно много людей понимает, что мир не возник сам собой. Достаточно много людей понимает, что мир создан, есть его создатель, есть его творец. Спросишь их, верят ли они в Бога, они скажут, да, но не возник же мир сам по себе. И что из этого следует? Ничего не следует, то, что Бог создал мир, что есть Бог. А вот понимание того, что то, что он сейчас, мир существует, то, что я сейчас дышу, то, что у меня есть возможность сейчас дышать и говорить, это тоже только потому, что Всевышний сейчас, в эту минуту, сиюминутно сейчас дает мне возможность жить и говорить, и дышать, это понимание куда более высокого, до него доходит намного больше, намного меньше людей. Это куда более высокая ступень. Поэтому, когда на двух чашах весов, с одной стороны, суббота, символизирующая и подчеркивающая то, что мир создан и что у него есть Творец, а на другой чаше весов, служба в храме, жертвоприношения, которые подчеркивают, что Творец не только сотворил этот мир, но и осуществляет его ежесекундно, ежеминутно, то понятно, что эта чаша весов, она перевешивает. Поэтому в храме, когда храм существует, храм, мишкан, святилище, то служба в нем отменяет законы субботы. Но когда храма нет, если нет храма, и мы хотим только строить храм, то сейчас нет такого места, в котором концентрированно ощущается шхина, присутствие Всевышнего. Его нет, и мы только хотим его создать. Здесь нет против законов субботы, здесь нечего противопоставить, ибо нет такого места, в котором была бы шхина, и в котором можно было бы, на который можно было бы указать пальцем и сказать, вот здесь, вот в этом месте, здесь чувствуется и ощущается, как Всевышний находится с нами, как Он присутствует среди нас, как Он осуществляет этот мир, как Он… Его нет. Мы только хотим создать такое место. Поэтому строительство храма, таков закон, не отменяет запретов субботы. Все это сейчас, все это в наше время. Но что касается того, что было до греха Золотого Тельца, ситуация была несколько иная. Многие комментаторы утверждают, что тогда в мешкане не было необходимости, ибо шхина Всевышнего была во всем мире, была во всем народе Израиля, точнее. И тогда вполне можно себе представить, как здесь пишет Рабмейр Симха, можно было вполне представить, что строительство, создание, сооружение мешкана, оно вполне соответствует тому, что у нас сегодня служение в храме. Когда есть храм, в котором шхина, то служба в храме, принесение жертвоприношений, отменяет запреты субботы. Когда храма нет, то этого нет. Но до Золотого Тельца, весь мир был храмом Всевышнего. Весь еврейский народ был храмом Всевышнего. Всевышний пребывал в еврейском народе. И тогда можно было
прийти к заключению, что строительство храма, сооружение мешкана, это точно так же, как и служение в нем. Оно должно отодвинуть, оно должно отменить законы субботы. Поэтому, пишет Раби Мейр Симха, «Лахен неймар мешкан кодем на шаббат, авал ахар шехатау беэгел, ану ло айу рауим лихвод Ашем итбарах, рак бэмцаут амешкан. Им кен, ло нитхет шаббат бебиньян амешкан». До греха золотого тельца сначала сказано сооружение храма, а потом суббота. Почему? Потому что строение храма было важнее, чем суббота. И если бы храм хотели сооружать, если бы мешкан хотели сооружать до сооружения, до греха золотого тельца, то его можно было бы сооружать все семь дней, включая субботу тоже. Потому что тогда сооружение храма было бы на той же ступени, как и служение в нем в наше время. Но после того, как был сделан грех золотого тельца, нет уже того состояния. Та близость со Всевышним была утеряна. Теперь ее можно вернуть, шхину можно вернуть только посредством храма. Если так, то здесь мы возвращаемся к ситуации, к положению, которое мы объяснили позже. Здесь уже, когда нет шхины, то сооружение храма нельзя приравнять к одной из форм служения в нем, к принесению жертвоприношений. Тогда понятно, что сооружение храма никоим образом и никак не может отменить законы субботы, поэтому в нашей главе, главе Ваякель, которая описывает ситуацию после греха золотого тельца, в ней уже сначала идет суббота, только потом сооружение храма. То есть суббота такова, что отныне сооружение храма не отменяет ее запрет. Это объяснение, которое дает Раби Мейр Симха. Хочу заострить наше внимание еще на одном важном факте. То, что говорит здесь в начале главы, Тора связывает субботу с строением храма, помогает нам решить еще одну очень важную проблему. В Торе есть запрет по поводу субботы. Сказано «Ло таасе коль мелаха». «Не делайте никакой мелахи, не делайте». Словно переводит это словом «работа». И понятно, что когда не говорится конкретно, конкретно упомянуто дальше, не зажигайте никакого, не зажигайте огня во всех ваших жилищах. Ну, хорошо, огня не зажигаем в субботу. А что еще? Ведь сказано «лотасе коль мелаха», не делай никакой мелахи, не делай никакой работы. А что такое работа? Каков критерий работы? Затраченные силы, затраченная энергия, профессиональность этой деятельности или, может быть, факт оплачиваемости этой деятельности. Нет. Что называется работа, а что не называется? Казалось бы, в письменной Торе мы не находим никакого ответа на этот вопрос. В устной Торе приводится целый список 39 категорий запрещенной действий, запрещенных операций в субботу. Причем каждая из них рассматривается не как отдельный случай, а как архетип деятельности запрещенной, в которой входят многие другие действия, как частные случаи в этот архетип. И в трактате «Шаббат» очень подробно изучаются многие из этих 39 мелахот. Но это в устной Торе. А в письменной Торе вроде бы ничего об этом нету, кроме зажигания огня. На самом деле это не так. Прежде всего, теоретически мы знаем, что вся-вся устная Тора, она вся закодирована и в письменной Торе. По крайней мере, на уровне намека обязательно должно что-нибудь быть. А где же здесь? В письменной Торе есть намек на 39 запрещенных субботних работ.
ответ в нашей главе. Тора говорит, 6 дней должна делаться работа. Какая работа? Где работали евреи, находившиеся в Синайской пустыне? Может, они должны были идти работать по найму куда-нибудь? Нет, они жили на всем готовом. Ели ман. А что же за работа? Работа по сооружению мешкана. Значит, 6 дней должна делаться работа по сооружению мешкана, а в 7-й день, суббота, покоя Богу, никто не должен делать работу. Ну вот мы и получили достаточно простую формулу. Что же за действия, которые запрещены в субботу Торой? Это те действия, которые были необходимы для сооружения мешкана. Кстати, это нам отвечает еще на один вопрос. Почему Тора настолько подробно описывает строение мешкана? Ведь на самом деле строение мешкана – это было достаточно временное действие. Нужно было построить этот мешкан, который должен был служить еврейскому народу во время его пребывания в пустыне. На самом деле евреи пробыли в пустыне 40 лет, но это же случилось только из-за греха разведчиков. Если бы не этот грех разведчиков, то все пребывание в пустыне ограничилось бы годом. Чуть больше года, вот и все. И в дальнейшем должны построить храм в Иерусалиме. Уже будет не такой, как мешкан. Почему же Тора так подробно, в таких мельчайших деталях описывает, как должен был выглядеть мешкан, из чего его сооружать, из каких материалов, как и что? Ответ теперь у нас есть. Из этого подробного описания мы можем вывести список необходимых операций, всех тех действий, которые нужно было сделать для того, чтобы соорудить мешкан. И этот будет список как раз мелахот действий, запрещенных в субботу. Уместно задать, может быть, еще один вопрос. Почему список запрещенных в субботу действий дан в Торе именно вот в такой форме? Есть ли какое-то объяснение? Почему именно через работу мешкана? Уже говорили, мешкан от слова лишкон, то есть пребывать, это место для шхины. Мешкан, шхина, однокоренные слова. То есть должно было место, в котором Всевышний будет как бы пребывать. Его вмешательство в наш мир, его постоянная поддержка нашего мира, то, что у нас осуществляет мир, то, что животворное влияние, исходящее от него, поддерживает наш мир. Все это должно было ощущаться особенно четко в мешкане. Мешкан, как объясняют это комментаторы, по строению он напоминал устройство всего огромного мира. То есть он был бы как бы микроскопической копией колоссального мира, который создал Всевышний. Всевышний создал этот мир для того, чтобы как бы пребывать в нем. Я подчеркиваю слово «как бы» не потому, что я говорю на современном русском сленге, а потому что действительно тот, кто вне пространства, строго говоря, нельзя сказать о нем, что он пребывает где-то или где-то не пребывает. Он вне пространства. Но мы говорим нашим человеческим языком, ибо другого языка у нас нет. Поэтому я здесь подчеркиваю, как бы пребывает. Вот она и параллель. Всевышний создал мир, он создал этот мир для того, чтобы пребывать в нем. Евреи строят в Синае мешкан для того, чтобы шхина Всевышнего, для того, чтобы Всевышний как бы пребывал в нем. Стало быть, те действия, которые необходимо было произвести для сооружения мешкана, которые есть модель этого мира, это и действия, которые необходимы для сооружения всего-всего мира. Те самые действия, о которых сказано, что Всевышний создавал этот мир 6 дней, а в 7-й день остановился. Понятно, что Всевышнему не нужно было
творить эти, делать эти самые действия буквально. Им нужно, не нужно было ни зажигать огонь, ни варить сталь, ни что-нибудь в этом роде делать, безусловно. Но, по крайней мере, концептуальная связь между этими двумя понятиями, между сотворением мира и сооружением мешкана, она и есть. Поэтому вполне понятно и рационально, почему Тора передает список запрещенных в субботу действий через строительство мешкана. Вот теперь мы, может быть, проделаем это простое упражнение, а именно попытаемся восстановить в нашем сознании, как выглядел мешкан, что он собой представлял, из каких материалов он был сооружен и какие действия нужно было для этого сделать, и посмотрим, как у нас получается список из 39 мелахот, 39 категорий, архетипов, запрещенных в субботу действий, которые приводятся в устной Торе в трактате Шаббат. Что же такое мешкан? Мешкан – это сборная-разборная конструкция. Таким он был создан для того, чтобы мог путешествовать вместе с еврейским народом по пустыне. На стоянке его собирали, а каждый раз, когда нужно было прийти на другую стоянку, его разбирали. Стены его были сделаны из деревянных брусьев, которые вставляли в металлические, в серебряные основания подножья, скрепляли при помощи засовов и колец, так что брусья составляли собой стенки, а сверху он покрывался несколькими пологами. Прежде всего это был шерстяной полог, который делался из различных красок, из крашеной шерсти, из синей, из пурпурной, с примесью золотой нити. И затем были еще покровы из кожи животных. Бараньи кожи использовались, и кожи животного, с которым мы сегодня не знакомы, который называет его тахаш, утверждение, что это животное существовало тогда, сегодня его уже нету. Так или иначе, вот все устройство мешкана достаточно простое. Значит, что же нам нужно сделать для того, чтобы построить мешкан? Если бы мы сейчас находились в Синайской пустыне и планировали бы работу по строительству мешкана. Начнем, может быть, с шерсти, шерстяной полог. Пойдем сверху. Где берут шерсть? Овец нужно стричь. Вот первое действие – стричь овец. Поскольку, мы уже говорили, что рассматриваются эти действия не просто как частные случаи, конкретные операции, а как архетипы работ, то стричь овец, понятно, не имеется в виду только овец. А стричь – значит состригать волосяной покров с живого организма. Если человек захочет побрить себе бороду в шаббат или постричься, или состричь ногти, то мы имеем дело с той же самой категорией. Итак, стричь – это первое из 39 мелахот, первое из 39 запрещенных в субботу действий, которые мы отметили. Что делают с шерстью после того, как ее состригли? Прежде всего, ее нужно прочесать и отбелить. Отбеливание, проще говоря, это означает ее просто выстирать, почистить. Овцы, хотя, может быть, и не грязные животные, но все-таки шерсть для того, чтобы ее в дальнейшем употреблять, она в таком виде не годится. Итак, мы ее стираем, для того, чтобы она стала белой и чистой, а затем мы ее прочесываем. Вот две дополнительные операции. Стирать в субботу, стало быть, нельзя. Стирать означает, то, если мы рассматриваем это как архетип, это означает все формы очистки путем стирки, или, может быть, и химчистки тоже, сухая, есть возможности сухой очистки тоже, входит сюда. Если у нас есть уже чистая и прочесанная шерсть, то дальше, следующий момент, ее нужно покрасить.
Возможны разные варианты. Иногда красят уже готовую нитку, как после того, как шерсть придут, а иногда красят шерсть, а потом уже из крашеной шерсти придут нитку. Красить. Для того, чтобы красить, красители нужны. В Синайской пустыне, где еврейский народ должен был соорудить мешкан, хозяйственных магазинов, где можно было бы купить красителей, не было. Поэтому пришлось, нужно было красители делать самим. Из чего, каким образом добывали краску в древнем мире. Что касается красок теплых тонов, то их делали из различных растений. Они все были растительного происхождения. Значит, нужны специальные растения для того, чтобы сделать из них краску. В Синайской пустыне они не растут всюду и везде, их нужно специально посадить. А если посадить, то мы здесь входим в целый блок земледельческих работ. Для того, чтобы какую-то культуру выращивать, нужно подготовить землю, то есть вспахать. Вот еще одна категория. Пахать, копать, то есть подготовка земли, разрыхление земли для следующей категории, а именно для посева. Посев. В субботу нельзя ни пахать, ни копать, ни сеять. Посеяли мы семена, ждем, когда растения уже вырастут. Когда они вырастут, есть следующая стадия, а именно нужно снимать урожай. Жатва – это еще одна запрещенная в субботу категория. Когда урожай снимают? Что означает само действие снять урожай? То есть нужно срезать растение, разорвать его связь с его корнем в земле. Сжали мы. Теперь нужно, прежде всего, чтобы эти растения высохли. Как это достигается? Вяжем все в снопы и оставляем на поле, точно так же, как делают это из пшеницы. И ждем, пока солнце их высушит. Итак, после действия категории жатвы, после этого следующий запрет – это вязать снопы. После того, как в снопах все уже высохло, дальше следующая работа – это обмолот. Молотьба что означает? Нужно отделить зерна от колосьев. То есть плоды, зерна отделяются от колосьев. Если речь идет о зерновых культурах, понятно. Затем следующее действие в земледельческих работах – провеивание. То есть после того, как мы выбили, скажем, какие техники применяются для выбивания зерна. На Руси молотили цепами. И если взять Ближний Восток, то цепами здесь никогда не пользовались, а просто прогоняли животных, которые топтали своими копытами колосья, и тем самым копытами выбивали зерно из колосьев. Но теперь же нужно их отделить. Каким образом отделяются? А здесь техника везде одинаковая. Это то, что называется провеивание, и это следующее из запрещенных в субботу категорий работ. Что значит провеиваем? Вилами подбрасываем все кверху, и при помощи ветра, что делает ветер? Ветер выдувает колосья, поскольку они легкие, а более тяжелое зерно падает вниз. Вот у нас постепенно собирается куча зерна. После того, как оно собирается, после этого мы можем его уже перебрать, перед тем, как делать из него, помолоть, сделать из него муку и сварить краску, так необходимо его перебрать, потому что если хоть немножко земли или камешков попадет в дальнейшем в краску, то испортит полностью. Итак, мы перебираем, то есть выбрасываем, это еще одна запрещенная в субботу работа, выбрасывать мусор, перебирать и выбрасывать мусор. После того, как выбросили весь мусор, у нас есть чистые зерна, мы их должны помолоть. Помол – это еще одна запрещенная в субботу работа. Помол превращает зерна в порошок, в муку. Когда у нас есть уже порошок, следующее технологическое действие – смешать его с водой, то есть сделать такую кашицу, то есть замесить. После замеса, когда у нас есть такая уже гомогенная кашица, то мы ставим все на огонь и варим краску. Это последнее действие, тоже запрещено в субботу, варить.
Обратим внимание, что если бы мы, скажем, занимались бы не созданием краски, а хотели бы получить себе буханку хлеба, то мы произвели бы все те же абсолютно действия. Мы бы пахали, сеяли, снимали урожай, вязали снопы, молотили бы, перебирали, мололи. Кстати, о, забыл еще одно. Нужно потом, после того, как помололи, ведь есть и шелуха, от нее тоже нужно избавиться. Значит, нужно в сите, при помощи сита просеять после обмолота. И только тогда, когда у нас есть чистый порошок, чистая мука, только тогда можно уже его смешивать с водой и варить краску. Или в случае, если это мука пшеничная, ржаная, то тогда мы после того, как мы ее просеем в сите, после этого мы ее смешаем с водой, правда, в другом составе. Если это краска, то у нас будет жидкая каша, а если это хлеб, то у нас будет тесто, совсем не жидкое. Тесто мы отправим в печку, оно будет печься, а кастрюльку с краской поставим на огонь, и она сварится, и будет у нас краска. Когда краска у нас уже есть, то теперь можно сделать наконец-то то, к чему мы стремились, а именно покрасить шерсть. Так, положить ее в эту кастрюлю с краской, чтобы она окрасилась. Это тоже действие, запрещенное в субботу, нельзя красить. Шерсть у нас есть. Крашеная. Что делаем дальше? Прясть ее нужно, то есть сделать из шерсти нитку. Тоже действие, запрещенное в субботу. После того, как у нас есть пряжа, после этого следующее, начинается ткачество, то есть из нитки мы делаем уже полотно. Есть здесь еще мелкие детали, расставление продольных, параллельных нитей, мелкие детали, но, безусловно, это категории, которые считаются в списке 39 работ. После того, как мы все это сделали, то мы начинаем ткать, пропуская поперечную нить через продольные. Иногда, в ряде случаев, нужно было распускать, если были какие-то ошибки в ходе ткачества. Это и так ткать и распускать полотно тоже в работе, запрещенные в субботу. Есть у нас уже полотно, есть ткань. Теперь уже нужно приступать к сооружению самого полога, который будет покрывать мешкан. Для того, чтобы это делать, нужно сначала ткань раскроить, затем разрезать по крою, по лекалу. Нужно разрезать, и когда у нас есть уже вырезанные полосы, после этого они сшиваются. Итак, дополнительные записанные нами, помянутые нами сейчас категории – это кроить, резать по крою, по линейке, по намеченному крою и шить. Для того, чтобы шить, необходимо время от времени, иногда сошьешь, а иногда и распоришь, в особенности, если, как говорит этот Талмуд, что в том случае, когда делали работу с шерстью, если моль проедала, делала отверстие, то для того, чтобы это отверстие скрыть в шерстяном полотне, нужно было сделать разрез продольный и затем сшить, то есть нужно было распороть для того, чтобы в дальнейшем шить. Итак, мы получили новые работы, запрещенные в субботу, шить и распарывать то, что уже сшито. Кстати, когда шьют, то на конце нитки необходимо сделать узелок, завязывать узелок. Это тоже работа, запрещенная в субботу. И была еще одна операция, при помощи которой, для которой нужно было завязывать и развязывать узлы. Оставим на секунду шерсть. Есть же еще пологи. Помимо шерстяного полога, мы до сих пор занимались только шерстяным пологом. Мы были же наверху, над шерстяным пологом, были еще и пологи из кожи животных. Надо было где-то достать кожу животных. В начале главы мы видели, что еврейский народ с большим воодушевлением жертвовал, делал пожертвования на храм, отдавали все, что у людей было, золото, серебро, медь, но животные свои шкуры добровольно
на храм, даже на строительство храма не жертвуют. Приходится брать их силы. Значит, для этого нужно животное поймать. Есть ловля. И нужно его, должен быть забой, нужно его убить, лишить жизни. Две новые категории. Ловля животных и лишение жизни. А для того, чтобы животное ловить, сети нужны. А для того, чтобы сделать сети, необходимо завязывать и развязывать узлы. Вот мы получили еще две запрещенные в субботу работу. Узлы завязывать и развязывать. Поймали мы животное, но нам не само животное нужно, нам его шкура нужна. Значит, есть здесь еще одно действие – освежевание туши, то есть снять шкуру. Это тоже запрещенное в субботу действие. После того, как ее снимали, ее скоблили с тем, чтобы она была гладкой. То есть снимали с нее шерсть, волосяной покров с одной стороны и сальный покров с другой стороны. Стало быть, скобли для того, чтобы сделать поверхность гладкой, это тоже запрещенное в субботу действие. Затем уже такую гладкую кожу нужно было дубить, то есть при помощи химических элементов изменять свойства кожи, затем снова кроить и шить, но это мы уже видели, эти работы были уже упомянуты, когда мы работали с шерстью. Вроде с пологами почти и все. Теперь стены. Стены делались из брусьев. Брусья, как говорит устная традиция, в Синайской пустыне с лесом строительным плоховато. Но еврейский народ заблаговременно вывез, уходя из Египта, вез с собой бревна, потому что еще от патриарха Якова, от нашего праотца Якова, была традиция о том, что он, по этой традиции, он сам посадил эти деревья строительного леса в Египте, и он завещал своим сыновьям и внукам, чтобы когда они будут уходить из Египта, а в это все верили, знали, что придет час, когда придет освобождение из Египта, так вот, уходя из Египта, чтобы взяли, чтобы спилили эти деревья и взяли бревна с собой, они понадобятся. Вот они понадобились и здесь, именно здесь, в пустыне, при сооружении мишкана. Каким образом делалась стена? Значит, были металлические подножья, в которые эти брусья вставлялись, так, для того, чтобы утяжелить нижнюю часть. Затем они скреплялись при помощи засовов и колец наверху. Но скреплять их нужно было в определенном порядке. Потому что в храме есть наиболее освященная часть, которая называется «Святая святых». А есть внешняя часть. И принцип «Маалим бекодеш влом урдим», то есть в том, во всем, что касается святости, можно только подниматься, но нельзя возвращаться назад, нельзя опускать. Стало быть, если какой-то брус оказался, первый раз, когда мы собрали храм, то определенный брус оказался в наиболее святой части, то нельзя его в дальнейшем, в следующий раз, как после того, как мы его один раз разберем и снова будем собирать, нельзя его теперь разжаловать и перевести его во внешнюю часть. Значит, брусья надо было маркировать, на каждом из них записать его порядковый номер или еще каким-то образом маркировать. Отсюда необходимое действие писать. При маркировке, по крайней мере, я знаю, что когда я собираю и разбираю суку каждый год, у меня вечно происходят ошибки, поэтому время от времени приходится стирать неправильно записанный номер или букву, для того, чтобы написать правильно, исправлять ошибки, стирая написанное, для того, чтобы написать правильно. Итак, новые два действия – писать и стирать написанное. Само соединение частей, то есть когда собирается стенка из брусьев, это действие называется строить. Что есть строительство? Когда мы берем отдельные строительные материалы, соединяем их вместе и получаем что-то функциональное, как стена, крыша и так далее. Итак, строить. Храм все время собирался и разбирался, то есть строился и разрушался, но не просто разрушался для того, чтобы его не было, а разрушался для того, чтобы построить его заново на другом месте. Итак, два дополнительных действия мы записываем.
строить и разрушать построенное с тем, чтобы построить заново. Ну и писать и стирать написанное. Очень многие действия, которые мы перечислили, для них необходимо было огонь, зажигать огонь, варить краску, огонь, многое другое. Значит, разжигать огонь нельзя, разжигать и поддерживать огонь нельзя. Кстати, для того, чтобы поддерживать огонь необходимый, скажем, для того, чтобы расплавлять металл, который использовался очень широко при строительстве мешкана, необходимо угли. Каменным углем не пользовались, угли были древесные, а древесные угли делают так: сначала зажигают поленья, обжигают их, а потом в какой-то момент, известный специалистам, нужно погасить это полено, и оно таким образом становится уже в дальнейшем древесным углем. Значит, необходимо не только разжигать огонь, но и гасить огонь для того, чтобы в дальнейшем использовать получившийся древесный уголь. Ну и, наконец, еще две категории, три – выносить, заносить из частного владения в общее и наоборот, это постоянно использовалось при сооружении. И, наконец, когда все заканчивается, все собирается, последняя самая операция, это называется завершающий удар, макебе патиш, вот теперь эта вещь работает. Теперь мешкан собран, теперь он может служить, теперь у нас есть святилище. Вот таким образом мы получили список из 39 действий, из 39 категорий архетипов работ. Каждый из этих архетипов, в него входит многие-многие, иногда и десятки других действий конкретных, которые все являются только частными случаями этого архетипа. И если на этот список взглянуть, то мы увидим, что можно разделить все эти 39 запрещенных действий на 4 больших группы. Первая группа – это все, что касается производства пищи. Пахать, сеять, снимать урожай, вязать снопы, болотить, веять, перебирать, просеивать, молоть, месить тесто, варить, печь хлеб и так далее. Это одна группа. Вторая группа касается изготовления одежды. То есть стричь овец, получать шерсть, прочесывать, стирать ее, отбеливать, красить шерсть, прясть, расправлять нити, ткать или распускать, завязывать и развязывать узлы, кроить, резать покройки, шить, распарывать. Все это связано с изготовлением одежды. Это вторая группа. Третья группа – это строительство жилища. То есть и строительство жилища, в котором есть очаг. Так, строительство и разведение огня. Строить, разрушать, сжигать, тушить, завершающий удар – строение жилища. Наконец, четвертое – то, что связано с письмом. Смысл этого на поверхности. Всевышний создал человека, с одной стороны, человек из всех-всех-всех животных самые слабые и неприспособленные. Животные вполне-вполне довольствуются тем, что у них есть в природе. Холодно им, не холодно, есть шерсть, которая согревает. Любая норка, вот есть и дом. Еда, называется подножный корм. Вышел в поле, пожевал травки, и хорошо. Человек на это не способен. Он самый неприспособленный, самый изнеженный, самый слабый. Но, с другой стороны, Всевышний дал человеку нечто другое, что компенсирует все и превращает его слабость, наоборот, в силу. Он дал ему разум. При помощи разума человек создает себе искусственные условия для своего выживания. Он не может жить на подножном корме, поэтому он научился выращивать хлеб. Он не может ужиться в пещере или в какой-нибудь уютной норке, подобном животному.
Он научился строить себе жилище и разводить в нем огонь и согреваться. Он научился варить себе пищу. Он научился делать себе одежду из шерсти, из кожи. Таким образом, слабость человека оказалась его силой, благодаря данному ему разуму. Но, с другой стороны, в этом есть опасность. Чувствуя силу своего разума, человек начинает чувствовать, что он в состоянии поставить природу себе на службу. Он начинает чувствовать себя господином, он начинает чувствовать себя повелителем. Он здесь хозяин, забывая, что на самом деле есть самый главный хозяин, тот, кто дал ему разум, тот, кто дал ему все эти условия. Поэтому Тора повелела один раз в неделю, в субботу, все, вот эти вот, все проявления господства человека над природой, они все должны остановиться. Есть у тебя разум, при помощи которого ты можешь создавать себе искусственные условия жизни, остановись, не строй жилище, не добывай себе пищу, не шей себе одежду, не пиши. Живи как часть всего строения, а не как его хозяин, а не как господин, для того, чтобы помнить, что есть настоящий хозяин. В этом смысл запрещенных в субботу работ. А выучили мы весь этот список, все 39 этих категорий, через запрет Торы сооружать мешкан в субботу. 6 дней должна сооружаться работа по... 6 дней должна делаться работа по сооружению мешкана, а в 7-й день мы останавливаем, ничего не делаем. В этом плане не сооружаем мешкан, а воспринимаем только близость к Богу непосредственно, отказываясь от всех видов созидательной деятельности, и наслаждаемся субботним покоем.